Так, народ, всем здорово. Вот решил Silent Hill поиграть. Кш. Не то нажал. Так, вторую часть. Ну там типа плюс-минус этот. Как называть правильное слово-то? HD. Все такое. Ну, начнем основной сюжет. Мэри, неужели ты в этом городе? Я себе крутанул. Ну, чуть-чуть заморочился. Ну, кстати, отличается очень сильно от оригинала. Ну, чуть позаморочился, установил озвучку русскую. Чтобы нам понимать, что здесь происходит. А не титры читать. Небесная ночь за гранью. Возможно, но это не точно. Блин, вот насколько проще мышку управлять, чем этот. Помню, на блоке второй, что ли, вроде. Она же, кажется, на PlayStation 2 выходила. Блин, насколько на джойстике неудобно. Тут все... Так. Сейчас мне вот так вот надо идти. Пробежал 3 метра, блядь, уже задыхается. Озеро Толука. Ну, тени появились, вон, плюс-минус какие-никакие.
ладно, понял. Там кто-то бежит. Ладно, бежать не будем, он что-то как-то сильно задыхается. Да, бля, кто там орёт-то всё? Запись. Так, в принципе, и так можно сделать. Ну ладно. Ну, типа от игры же все равно ссылка. От этого от плоти. Извините, я... Простите, простите, я просто... Нет, все в порядке. Я не хотел вас напугать. Я заблудился. Заблудился? Да, я ищу Silent Hill. Это правильная дорога? Ну, да. Через туман почти ничего не видно, но здесь дорога только одна. Вы не свернете при всем желании. Спасибо. Но... Да? Я думаю, вам лучше не ходить туда. Этот город. С ним что-то не так. Трудно объяснить, но... Там опасно? Возможно. И это не просто туман. Это... Хорошо, я понял. Буду осторожен. Я не лгу! Нет, я вам верю. Просто... Я думаю, на самом деле, мне все равно, опасно там или нет. Я в любом случае пойду туда. Но почему? Я ищу кое-кого. Кого? Кого вы ищете? Одного... Очень дорогого для меня человека. Я сделаю все, что смогу, чтобы снова быть с ней. Я тоже. Я ищу свою маму. В смысле, мою мать. Прошло немало времени с тех пор, как я ее видела. Я думала, мой отец и брат были здесь, но их я тоже не смогла найти. Простите. Это не ваша проблема. Нет, я надеюсь, вы найдете их. Да, надеюсь, вы тоже. Конструктивный диалог. Так, значит, мне сюда. Ну да, все правильно, одна дорога.
Это я сейчас так хлюпал, что ли? Кладбище Silent Hill. Давай, дышись. Все, побежали дальше. Блин, да кто хлюпает-то? Опасный нарушитель будет наказан. Ну, спасибо. Блин, да что за звуки-то? Наверное, громкая игра сейчас играется. Насколько тут сам звук интересен. Атмосфера звуковая. Чтоб у тебя очко как этот. Мышиный глаз стало. Сейчас отдышится. Объезд. Ладно, хрен с ним. Роудранер. Ну, что можно хотеть от игры старой, когда... Типа лицо анимации нет, когда он выдыхает. Херсим, тут он сюжет интересный. Так, мы все 15 минут играем. Понятно, да нихуя. Получается, нам сейчас надо направо. Весенний букет, то ли $5, то ли 5 центов.
Да нихуя, это не тень. Кафе Техас, улица Линдси. Ну что, пойдем сюда, вот так вот, может, что найдем. Я уж, блядь, не помню, я играл-то в нее очень давно. Как культурные люди по тротуару пойдем. Телефон как нам. На филет. Прикольно. Текстуру забыли назад поставить. Пойдем за пятнами крови. Что уж делать-то? Правильно, направление иду. Ну ладно, это мы вначале сам увидели. Это если что, даже бить-то нечем. А, да. Угу.
Поломалась, что ли? Джеймс, ты слышишь? Приди ко мне. Джеймс, я жду тебя. В особом месте. Джеймс. Что за... Думаю, возьму его с собой. Может пригодиться. Ну что, 20 минут у нас с вами есть. Давайте сохранимся. По этой, как его называют, в ПК-версии это все проще же. Ну что, давайте на этом серию остановим с вами. Блин, ну круто. Все как помню, когда я в начале играл. Охрененно. Ну будет заходить, будем проходить. Ну пока все надо, давайте. Всем счастливо. Увидимся дальше в Silent Hill.